сколько много фруктов, хурма, банан. Сейчас буду есть. Да, да. Привет. Привет. А что это ты делаешь? А вот собираюсь фрукты есть. Ага. Есть, банан буду есть, хурму буду есть. Так вот, вот буду есть. А ты их помыл? Чего ты смотришь? Надо их мыть. Зачем их мыть? Ты что, не знаешь, что там микробы собираются? Какие микробы? Ну, вот помнишь, мы с тобой разговаривали про зубки? Помнишь? Помню. Вот, там были такие микробы, я тебе рассказывал, что букашечки собираются. И на овощах и фруктах тоже букашечки собираются. Надо всегда постоянно мыть. Сначала нужно помыть фрукты, потом нужно помыть ручки, а потом уже кушать. Ого, так это долго, это времени много занимает. Ага. А если я сейчас хочу именно кушать? Хорошо, вот ты сейчас съешь, а потом через полчаса у тебя заболит животик. Ой, я не хочу, чтобы у меня живот болел. Будет потом болеть и будешь плакать. Нет, живот именно болит, если ешь какие-нибудь... Незрелые фрукты, а ведь это же зрелые! Зато на них микробы. А микробы, знаешь, что они распространители заразы? Так да? Я эти микробы съем! Ты-то их съешь, а они такие маленькие, что даже зубки их вот так вот не жуют. Вот. Поэтому ты их не сможешь съесть. Они попадут в животик, и животик начнет болеть. Туда ко мне внутрь в организм! Да, да. Представляешь? О, ты туда! Вот, о, вот, ребята! И ребята! Вы всегда моете фрукты перед тем, как их съесть. Да, ребята, мойте, пожалуйста, фрукты. Это очень-очень нужно, чтобы не было никаких болезней и не болели никакие животики. Да, то я это. А ведь это правда, что может быть это какая-то болезнь, там, дизентерия, да? Да, да, это заболевание кишечника. Ого! О, Соник! Надо, давай я положу в кармашек. А сейчас, знаешь что, давай мы с тобой будем садиться и смотреть мультфильм. Подожди, подожди, только сначала давай я спрошу у ребят. Давай, ребята, спроси. Вы обещаете, что вы будете всегда, всегда, всегда мыть фрукты, и перед тем, как их употреблять в пищу, их всегда нужно мыть. И если сами не хотите, пусть помоет вас родители. Да, и ручки вот. Обязательно мыть. Да. Перед каждым приемом пищи. Да. И тогда мы никогда не будем болеть. И животики нас болеть не будут. Да. И микроб... сейчас мультфильм смотреть. Давай, давай. Чур, я здесь посижу. Ну давай. А я тебе. Возьми карпусу. Давай, карпусу. Так. Я вот сейчас медведя возьму. Начался уже. О, давай.